Недавно я записывал видео о том, как можно очень дешево приобрести версию Office 365. Но на самом деле здесь все неоднозначно. Сейчас я вам расскажу об этом. При покупке этого товара мы получим аккаунт BU от сайта Office, Microsoft Office. Но это аккаунт не основной, и поэтому это приносит впоследствии проблемы. Чуть позже расскажу об этом. Следующее. Написано, что он безлимитен. То есть, пожизненная лицензия. Это, скорее всего, не так, и проверить мы это не сможем. Я покупал этот товар. У меня про это есть видео. Ссылочку я оставлю в описании, обязательно посмотрите. Но что обнаружилось потом? Потом, по подсказке одного из хороших людей, выяснилось, что есть программа, по которой Microsoft предоставляет лицензию на такую же версию по программе разработчика бесплатно на целый год. На год, не на всю жизнь. Версия вся та же самая, все бесплатно. И сейчас я покажу, как его получить. Поэтому я считаю, что это обман на eBay, и покупать здесь ничего не стоит из офиса. Потому что это реально развод. Позже я покажу, какие еще у меня возникли проблемы с покупкой данного аккаунта. Ну, то есть, грубо говоря, я лоханулся. Я мог просто получить бесплатно данную версию программы. Я не хотел бы затягивать видео, но хочу обязательно показать вам, какие проблемы бывают при покупке такой программы. Вот я открыл мой офис. Здесь у меня введена учетная запись. Давайте посетим и посмотрим, что здесь имеется. Мы попали в аккаунт, купленный нами. Как выяснилось, здесь должен быть еще основной аккаунт на сайте Microsoft, который привязан к этому аккаунту. Его я не получил, и это является огромной проблемой впоследствии. Давайте посмотрим подписки. Вот вы можете видеть лицензия. Вот версия офиса. Enterprise E3 Developer. Такую же версию, я вас уверяю, можно получить бесплатно. Потом, следующая проблема, которая оказалась весомой, это то, что постоянно вылазит обновление Office и обновить невозможно. То есть каждый раз она будет вам надоедать. А не обновляется она по одной простой причине, то что нет основной учетной записи от сайта Microsoft. То есть мы пользуемся второстепенной записью. Продавец нам дал неполноценный аккаунт. И отсюда все эти проблемы. А также мы не можем посмотреть срок действия лицензии, потому что его можно увидеть только на основном аккаунте Microsoft. Именно поэтому я считаю, что eBay в данном случае продает продукт с обманом. Но теперь я сейчас расскажу, как получить данную версию бесплатно на целый год. Ну вот, собственно, сама программа, по которой раздают офис бесплатно. Той же абсолютно версии. Потом мы это все сравним. Ссылочку я оставлю в описании на данную страницу. Наша задача — нажать «Присоединиться», создать аккаунт на сайте Microsoft или ввести имеющийся. Эта учетная запись не подходит для входа. Ну правильно, потому что у меня авторизована купленная на eBay запись. Нужно выйти отсюда и создать учетную запись Microsoft или, как я уже говорил выше, войти с существующей. Повторяем процедуру после выхода. Насчет того, что почему написал не подходит, я уже объяснял. Аккаунт не основной. Использую другую учетную запись. Я не буду вам показывать полный процесс, как зарегистрировать себе аккаунт на Microsoft. Я думаю, что каждый до этого может додуматься сам. Я просто сейчас войду в существующий и покажу, что я делал. Все-таки решил показать процесс полностью, так как мои видео направлены на контингент начинающих пользователей.
Если вдруг вам слишком скучно или не нужно это, можете чуть-чуть перемотать вперед. Создадим аккаунт на сайте Microsoft. Итак, здесь нам необходимо создать новый аккаунт. Вводим сюда учетную запись, то есть вашу электронную почту. И нажимаем «Далее». Если у вас нет почты электронной, там можно было ее создать. Теперь придумываем для нашей новой учетной записи пароль. После ввода пароля нажимаем «Далее». И нам необходимо подтвердить, что именно эта почта ваша. То есть на вашу почту сейчас придет письмо. Проверьте почту, введите код. И продолжим. Так, далее нам нужно ввести картинку. Код с картинки, извините. Учетная запись готова, нам только теперь нужно войти. То есть вводим запись, с которой мы зарегистрировались. После авторизации проделываем начальную нашу операцию, с которой мы начинали. Переходим к программе для разработчиков, нажимаем «Присоединиться к офису». Напомню ссылку. Вот снова у нас проблема. Добавьте имя и фамилию в свою учетную запись Microsoft. Ну что ж, необходимо заполнить данные, которые от нас требуют, и подождать некоторое время. К сожалению, такова участь новых аккаунтов. Давайте проделаем требуемые от нас операции. Добавьте имя. Ну, давайте добавим. Код с картинки и сохраняем. Прошло примерно полчаса после внесения изменений в аккаунте. Нажимаем «Присоединиться». И смотрим, что будет далее. Далее выбираем страну. Компания. Можно указать что-нибудь и здесь. Так, здесь мы должны выбрать варианты ответов, то есть заполнить небольшую анкетку. Выставляем все галочки в продуктах. Здесь можно указать все, что угодно. И нажимаем «Присоединиться».
Итак, программа подключена. Вот мы можем видеть информацию о подписке. Нажимаем «Настроить подписку». Здесь вводим имя пользователя. Можно такое же, как и на аккаунте Microsoft. Чтобы вам было проще запомнить. Опять же, придумываем пароль. И нажимаем «Продолжить». Номер телефона. Сейчас введу номер телефона и нажму «Настроить». Ввел номер телефона, подтвердил его с помощью SMS. И в принципе считайте, что мы уже получили бесплатную подписку на год. То же самое, что продается на eBay и то, что они выдают за пожизненную подписку. На самом деле через год с вас за нее попросят денег. Вот мы получили, и мы можем видеть срок действия, что при покупке на eBay является невозможным, потому что основного аккаунта Microsoft нет. Только есть второстепенный, который мы только что получили, введя номер телефона. В этом вся и загвоздка. Также здесь можно удалить профиль, если что-то вдруг не устраивает. Ну и если мы перейдем на сайт office.com, введем данные, обратите внимание, которые мы создавали повторный аккаунт, то есть второстепенный. Данные нужно вводить от него и пароль, естественно, тоже от него. И мы попадем в новый профиль. Здесь необходимо назначить продукты. Ну вот вы можете видеть новую подписку на Office 365 Enterprise IT Developer. То же самое, что мы покупали на eBay. Также я уже показывал, мы можем посмотреть срок действия лицензии. Ну и в принципе можно устанавливать на ваш компьютер данные приложения. То есть, в принципе, все уже готово. Если вдруг здесь в подписках вы обнаружите, что лицензия не активирована, то переходим в панель администратирования. Выбираем пользователи, активные пользователи. Ставим галочку. И вот здесь изменяем лицензии на продукты. Выставляем все галочки и нажимаем «Сохранить». Потом перезаходим в аккаунт. И все, готово. Вот таким образом можно получить бесплатный офис 365 для разработчиков. Функционал от официальных программ отличаться вообще не будет. То есть это все те же самые программы. Microsoft Word, Excel и так далее. Ну и давайте посмотрим, что у нас вышло. Что же мы получили? Если здесь полистать, то можно увидеть все приложения от Microsoft Office. Ну и чтобы не было конфликтов с постоянным обновлением Microsoft Office, необходимо авторизоваться в Windows 10 в своей учетной записи под аккаунтом Microsoft, который мы делали первый раз.
а также с тем же аккаунтом, только уже для офиса, то есть тот аккаунт, который мы прикрепляли второй раз, авторизоваться в моем офисе. И тогда у вас будет целый год бесплатная подписка на Office 365 Enterprise, полнофункциональный. И покупать на eBay ничего не нужно. Уважаемые зрители, рекомендую подписаться на наш канал, а также включить оповещение, чтобы не пропускать интересные и полезные ролики, которые мы стараемся выкладывать практически каждый день. Каждый для себя найдет на данном канале много интересного и полезного. Спасибо вам за внимание.